Добрый день, друзья. Заранее прошу простить меня, если я что-то не так скажу, какие-то нелестные слова в адрес кого-то. Поэтому заранее прошу прощения. Вот с самого начала возникали вопросы. Два яйца в день от курицы – это миф или реальность? И я всегда считал, что это хрень собачья. Никогда не может быть двух яиц. От 140 до 280 яиц от курицы зависит от того, какая это порода. Ну, вот недавно разбирали мы завалы добра, которые нам наши предки, царство им небесное, оставили, свезли все ко мне. И наткнулся я на вот такую книжку. Вот, значит, это Рим 1873 года выпуска в Санкт-Петербурге выпускалась. Вильгельм Вегнер писал «Начало распространения и падения всемирной монархии римлян». Вот, вот такая книжка у нас. И вот в этой книжке я после больницы нечего было делать, да и начал читать. Наткнулся я на рецепт. В ней упоминается и Аттила, и сарматы, и все. Так вот, еще сарматы, оказывается, они овладели действительно секретом носки яиц более двух штук от курицы. И не только двух, можно было и больше. Но это чревато последствиями, об этом мы будем говорить в дальнейшем. Применив этот способ, рецепт, как его назвать, не знаю, мы получили довольно-таки убедительный результат. Только это надо повторять. Каждый раз в неделю надо давать курям это средство. Ну вот, сначала мы покажем результат. А так как это средство дается рано утром при выпуске раз в неделю, то об этом мы поговорим завтра. Сейчас мы пойдем, посмотрим, как раз 4 часа заканчивает куры нестись. Надеюсь, уже все закончили. И посмотрим результат. У нас 42 курицы, значит, должно быть не меньше 84 яиц. Ну что же, вот мы раньше ходили с одним ведром, а теперь приходится брать вспомогательную посуду. Так, куры, не бойтесь, я вас не буду с этими съемками, я вас за цех. Включим свет. Тут у нас солидно. У нас, вон, покажи, что там у нас. О, там еще одна несется. Ну, сейчас мы их пособираем. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16. Ой, кажется, одно разбил. 19, ну ничего, сразу используем. 21 внизу. Что тут еще? 24. 27. 30. Ой, и солому упакла. 31. 37. 30, 42, 46, 50, 54. Устанет рука. 8, 63. Сейчас дальше. Ой, я тут не могу держать. Подожди. После нашего метода яйца, наверное, в два раза дешевле станут. Если все начнут применять. Он еще и под курицей. Ну, что-то не хватает. 65? Не, это что-то мало. 65? Да. Вчера больше было. Вчера больше. Подожди, сейчас. Я еще тут посмотрю. Вот тут они. О! 69. Вот
вот еще 4. Свеженькие. Сейчас. 69. Они еще в тот сарай ходят, надо еще туда посмотреть. Вот это уже в корзинку, уже в ведро не помещается. В ведро должно быть 70 яиц, он бачит 69. Ну, одно бывает, что не помещает. Это надо было в корзинку. Ну, ничего, дальше, да. Надо было. Ну, мы рано пришли, надо было на час позже. Ой. Вот такие у нас результаты. Сейчас еще посмотрим в том сарае. Ну вообще вчера было 83 штуки, одного не хватало до 2 яиц. А как мы добились этого результата, мы покажем завтра утром в помещении, потому что блюдо надо готовить там. Так что до завтра. Ну, друзья, еще раз здравствуйте. Вот мы, чтобы не отнимать ваше время, немножко приготовили. Мы обещали вам поделиться секретом скорострельной яйценоскости курей. Ну, вот, решили поделиться. Значит, как... Значит, как мы выяснили секрет этот, еще древние сарматы готовили курам бутерброды из сливочного масла и черные икры, натуральные. Вот, и намазывалось обязательно на черный хлеб. И каждый бутербродик куриный должен быть обязательно круглой формы, диаметром 4,5 сантиметра, 45 миллиметров. Ну вот мы нашли такой стаканчик, который примерно был, как ну, их делать. Ближе к камере. Вот как такой стаканчик, и мы ним вот таким образом их режем. О, раз, пожалуйста. Вот такой вот круглый хлеб. 7 и 7, значит тут их 7 и 4. Мажем 7, вот 5, сливочным 35, маслом. 39, 43, 40. 7, 51, 52. Все, то последний, больше не надо. Петухам тоже поставили, чтобы они не съели у курей. Ты возмущалась, что петухам. Они же тоже работают. Вот, им, друзья, вот надо. Так вот, две икринки. Вот на, значит, круглый черный хлеб, сверху сливочное масло и две черные икры. Запомните, не одну и не три. Почему? Потому что если одна икринка, ну, смысл, она одно яйцо и будет нести. Ну, зато твердо одно в день, не меньше. Но если две икринки, два яйца в день. Ну, если вы положите три икринки или четыре, она может снести и три, и четыре яйца. Но она жить долго не будет, курица. Вы их потеряете. И есть еще один небольшой секрет. Ну, как небольшой секрет, упоминается, что... Месяц, 4 недели вы даете курям раз в неделю вот такие бутерброды, они несутся. А потом надо неделю отдыха не давать. Они тоже изнашиваются. И они тогда передыхают, и тогда некоторые несутся, некоторые не несутся, перестают. Ну, это мы еще не проверили. Когда дойдем до этого, тогда мы будем твердо знать. Вроде бы. А что ты вон там 3 штуки поклала? Ты точно хочешь, чтобы куры мне поздыхали? Вон, 3 штуки. Вон 3 штуки, извиняюсь. Забираю. Вот еще вот тут достал. Угу. Так ножами, значит... двумя ножами лучше. Вот еще. Вот. Ну, вот, мы заканчиваем. Сейчас мы пойдем в тот двор, как раз утро, 7 часов. И мы должны им это все выдать. На вот, этом... друзья, значит, нам понадобится черный хлеб, сливочное масло и черная икра. И ваши куры будут нестись 2 яйца в день. Но не больше 2. Все. Так, ну вот, друзья, столы накрыты. Не хватает только... черного шоколада и армянского коньяка. Осталось пригласить почетных гостей.
Ну, приглашаем. Опа. Так, давайте, дорогие. На-то вам свет включу даже. Заходите. Все, сидите. Строго по одному, чтобы ели. Давайте. Та не, вы куда? Бутерброды сначала ешьте. Во-во, вот, подходи, подходи, бери. Что вы уже ели? О, молодец, вот взяла и пошла. Так, вот следующ... эта курица уже два яйца снесет. Следующее. Да. Не важно, делом занят. Да. Ясно, наверное. О, следующее. Видели, поняли, как надо делать. А теперь я вам хочу сказать, что в нашей книжке еще было упоминание, что 1 апреля никому не верят. Забудьте все, что мы говорили. Простите нас, что мы вас немножко разыграли. Разыгрывайте своих близких, и пусть удача не покидает вас. С днем юмора вас, с днем смеха. С международным днем юмора.